Значит, промониторю разрядку аккумулятора 12-вольтового на лифе 2011 года. Значит, здесь подсоединен кабель 12-вольтовому аккумулятору. Дальше он идет сюда, на прибор, вольтметр. Папа, что ты снимаешь? Так, здесь у нас показывается напряжение текущее, записывается в лог. 12,4, уже не очень большое напряжение. Машина была поставлена на зарядку вчера днем. Сейчас уже вечер следующего дня, то есть она зарядилась, вот, отключилась, пистолет я вытащил, ну, там было типа 12,7, по-моему, что-то такое, и медленно вот спадает, уже 0,3 вольта примерно спало за сутки. Но проблема не в этом. Так, бинар отключен у меня, то есть как бы все внешние потребители отключены, подогрев 12-вольтовый, он отрублен, ну, в смысле, рулюшка выключена и все. Вот что интересно. Значит, если сейчас я беру, открываю машину ключом, да, смотрим, что происходит. Последнее включение, отключение было, наверное, уже часа три назад. То есть машина стоит в покое, закрытая, как говорится, как обычно. Открываем. Машина открылась. Напряжение провалилось до 8,8, вот сейчас 10. И довольно долго будет держаться. Значит, ток потребления, конечно, я не знаю, но я подозреваю, что там несколько ампер. Реально несколько ампер. Аккумулятор, конечно, уже подсаженный, но 10 ампер часов в нем точно есть. Из 40. То есть сейчас что-то происходит. Лампочки там уже не горят. Все потухли. Так, это я случайно нажал еще раз, что положу. Вот такое напряжение сейчас на аккумуляторе. Сейчас медленно выйдет до 12,3 минуты через 3. Что это такое, непонятно. Когда она отключится, в машине выключится какая-то релюха. Слышно даже. Так, что-то щелкнуло, но не то. Так, вот немного отпустила, но все равно еще не отпустила до конца. Еще какое-то есть потребление небольшое. Да, долго. Опять что-то произошло. 11,7. Во, нет. Ток, конечно, бы измерить.
Блин, ну это нужен шунт. Надо попробовать, но это дополнительный геморрой. Ну вот, уже вроде вернулась. Сколько прошло, блин? Почти 5 минут. Да, похоже, вернулась. Ну и берем, закрываем сейчас машину. Вот я беру. И закрываю. Хоп. 9, блин, вольт. Офигеть. Ну и примерно та же картина будет. Я сейчас на паузу нажму. То есть 6:49, да, вот тут время. Ну вот до 10. Так, ну вот было 6:49, сейчас 6:51. 2 минуты прошло. 12 вольт уже. Но еще не восстановилось. Все равно скачками что-то происходит. Машина еще не отпустила аккумулятор. Ну вот, похоже, приближается к 5 минутам. 12:03 было изначально, сейчас 12:27. Я думаю, что сейчас уже устаканилось. Ну так же нельзя. Собственно, вопрос. Кто-нибудь может просто вольтметром померить на аккумуляторе в режимы включения, закрывания, открывания авто на ЗЕ0.